Мы в поле. Точнее, мы вот в этих кустах. Вот он передо мной. Домовой холм. Трава полегла. Травы много. И получается во дворе. Там он машины наши. Получается во дворе. Вот он. Сразу сигнальчик был. Первая монета. На первых минутах матча. На первых минутах матча двуха. Двуха год. 1901. Да. 1901. Николай Александрович. Николай II. Вон там подальше были дома постарее. Ну, начнем отсюда. Посмотрим. Удачи нам. Сегодня целая толпа. Так, мельком покажу. Там яму по колено вырыли. Коняшка. Поломанная. Коняшка? Да. Олова? Поломанный коняшка. Какой-то очень нежный. Что тут у тебя? Сейчас. Да подожди, а что за крупняк такой? Это здесь, что ли, уже? Одна вот. Тут одну, вот там. Две двухи Александровские, да? Вот подстав. Оп, уронил. Думал полтос, когда выкатал. А что это такое? Пугается? Как керосинки, колесики. Прикольно. Полтос со звездой, да? Похоже на полтос со звездой? Похоже. А это что? Да, двуха совет. Советы двуха? Ну как это? Я хожу час, у меня одна монета. И все. Одна монета. Как назвать этого человека? Не надо меня снимать. Напишите в комментариях, как назвать этого человека. Хороший, очень хороший человек. Паша, что там у тебя? Можно показать? Я тебе показывать не буду, я покажу яму твою. Паша сегодня с Деусом. Или он сюда? О, горшок там. На дне горшок. Полный, не полный, не знаю. Выкопаю, покажу. Копай. Копай. Сам сказал, выкопаю. Копай. Так, две лопаты мы его... Доставай. Сейчас будем смотреть. Две лопаты мы его откопали. Чугунок. Глубоко, сантиметров 70. Золото. Дна нету, да? Ну-ка, долбани лопатой по нему. Может, хотя бы остатки на дне остались, нет там. А ты, ёпарасоты. Короче, бублик нам, дырка от бублика. Они, сука. Повезло. Да. Очень жаль. Ну, давай тогда закапывать. А надежда была, да? Была. Подожди, может, прозвонить надо там, а? Прозвони, может, что правда там есть. Дна не было, может, что вывалилось. Хоть какой-то там 0,5% надежды на серебруху. Да, жаль. Металл, да? Угу. Так, с складом пока не получилось. Будем по верхам ходить. Находок мало пока. Найти что-то хорошее в этом месте надежды все меньше и меньше. Вот прям на поверхности. Копать даже не пришлось. Разгреб траву. И вот такая вот сигнальная гильза. Возможно, там, да, он клеммы какие-то есть вот здесь вот. Чистить лучше надо. Ну, пока так. Пока так. Ходить много надо. Места интересные, места старые. Поиск у нас продолжается. Ищем родник. Здесь где-то был родник святой. Возле него было несколько землянок. Жили еще в 16 веке здесь. Но пока не можем найти. Вот здесь вот интересный овраг с такой наслоенкой. Песок. Спрессованный песок сверху. Пару метров чернозема грунта. И... Возможно, тут будут древние какие-то ракушки, акульи зубы. Океан же когда-то тут был, но крутой склон, туда не подымешься.
Ладно, мы передвигаемся дальше. С находками что-то слабовато. Слабо совсем с находками. Есть тут еще пару мест. Поедем, проведем, проверим их сейчас. Тепло. Насекомые повылазили. И вот наткнулся на колонию вот таких вот черных муравьев. Что они тут делают? Вот одна кучка. И вот вторая кучка. Наверное, собирается строить муравейник. Прикольно. Или просто позавтракать вышли. Ну а мы... А мы переместились в другое место. Нам надо вон туда наверх. Вот те места, там вон карабкаемся уже частично. Там был старый хутор. Сейчас пойдем посмотрим, что. У нас сегодня день разведки опять. Опять много ездим. Там-там проверяем. Пока находок мало. Вот интересная ситуация, я вам покажу. Вот она, нора суслика. И вот все, что он выкинул с норы. И вот на поверхности. Видите? На поверхности прям лежит. Да, это монета. Монета. Прикольно. Сейчас сниму короткое видео и потом вскрою ее. В итоге фигня эта ходячка. 2 рубля. Скорее всего, ее суслик не выкопал, а кто-то рядом потерял. И она валялась на поверхности. А там уже кто-то царя выкопал. Травы нет, хорошо. Алексей я Николаевич. Начал. Что? А, видишь, начинает этот. А был ровный, пока ты не подошел. Ну, вот это все, это от меня помехи. Конечно. Давай, посмотрим сейчас, что за жбонь тут у тебя. Ой, о, стоп, ду-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 ду. Нифига себе. Пятачина, стопудово пятачина. Посмотрите. Вот это, да? Да, это этот. Николаевского формата пятачина. 32. Тоже с собой приехал? Он должен 36 звучать. Нет, 32, видишь, железка рядом, что-то рвалось. Есть вода у тебя какая-нибудь, нет? А? Вода есть? С собой нет. Пиво возле машины. 1870. Подзатертый, лысенький, конечно. Ну, но... Пашку позвать. Это пятачина? Нет, 76-й даже, по-моему. Да, 76-й. Супер, супер. Вот это, да? Вот это мы набрели на местечко, да? Случайно. Пятаки еще есть. Случайно. Рома пальцем небо может ткнуть и попасть. Уже ехали домой, уже хотели это. На, держи. Хотели уже все, расстроились, ничего не нашли. И вот тебе пятачина. Вот это правильный пятак. Мы там собрались возле машин покушать, пообедать. Алексей Николаевич здесь не унимается. Говорит, место очень хорошее. В прямом эфире. Я вижу пока только жирных червей. Где твой пин? Вон. Ага, это обманка от гармошки. Бойниз тут же. Ну ладно. Облом. У нас очередной хороший сигнал. А вот она, смотри, вот она. Пряжка, да? Пряжка. Ну, пряжка здоровая. Ну, был мощный такой. Канина, блин, походу. Да, да, да. Был мощный, хороший сигнал, сигнал похожий на монетный. Ну, на. Да. Все равно приятно. Пропущенные да, сигналы есть. И монетки будут. Ходим, кайфуем. Монет немного, но монетки есть. Каждый уже что-то нашел. Всякие сигналы, много цветника. Вон. Что там у вас, ребята? Сейчас приду. Что-то фалеру нашли какую-то. И у меня тут. И у меня тут что-то маленькое выскочило. Где оно? Вот оно. Скорее всего, копеечка. Раннесоветская. Блин, перчатки не снял, как всегда. Вон она. Тут меня кто-то
в комментариях за перчатки выговаривал. Приборы дорогие, говорит, у вас. А перчатки дешевые. Ребята, если честно, мы не обращаем внимания на перчатки. Есть и есть. Ходим в перчатках. Нету, ходим без перчаток. Покупать себе какие-то супердорогие, какие-то там что-то выпендриваться. Главное, чтобы руки чуть-чуть прикрыть. У нас и машины дорогие есть. А перчатки, ну, может, купим когда-нибудь. Неважно. Копеечка 31-го года. Серебро. Там нашли серебро. Сейчас иду туда. Так, ну-ка, ребята, что-то интересное выскочило. Тут уже его, наверное... Ух ты! Нихера себе! Алексей Николаевич, что это такое? Это на смерть Ленина. Знак, он серебряный. Серебряный? Да. 100%. А вот он, дай воды, есть вода? Да откуда вода с собой? Дай пивом помоем. Пиво возле машины. Он серебряный. Жестянка серебряная, но серебро. Вижу этот. 1870-й, 1924-й. Дедушка Ленин. Хотя, почему он дедушка? Серебряный, да? Да. Посмотри. Обалдеть. Ни хера себе, он стоит денег. Ты знаешь сколько? Я точно знаю сколько. Сколько? Рубля 3. Может 2. Не сильно дорого. Хорошо. Но 2 стоит точно. Посмотри, какая красота. Ну вот как раз переходная поселуха была цари и советы. Потому что сейчас Советину выкопал 31-го года. Сергей Викторович 2 Советины выкопал. Обалдеть. Вообще сигналов нет. У меня такая... Саня тут тоже яму раскопал. И вот она выскочила, монетка у него. Ну, здесь период Николаевский. Ну, он и знаки. Ты видел он знак? Да, видел. Серебряный. Видел. Это ж Паша. Паша с Деусом. Дату не видно. Ну, прикольно. Прикольно. Надо походить здесь. Я там Советину поднял. У Ромы тоже что-то Советина есть. Надо ходить. Еле-еле. Травы нету, сигналов. Ну, мало, но есть. Надо выхаживать. Ребята, вы не поверите. В этом же месте знак уже из латуни и тоже на смерть Владимира Ильича, и он согнутый. И здесь все в куче. Вот здесь был выкопан в этой яме серебряный, а вот здесь буквально полтора метра. Тут что было? Поминальная вечеря, что ли, по дедушке Ленину? Я в шоке. Сейчас будем перерывать, надо шурфить. Может, самого дедушку найдем. Ну, чуть-чуть проехать. Павел поднял интересную вещь. И у нас, конечно, сразу куча версий. Я думаю, что это бородачёс. Лёха говорит, что это для интимных дел чёс. Кто-то говорит расчёска. Ну, мы будем доверять опытному товарищу Алексею. Он больше знает. Наверное, все-таки для интимных дел чёс. Так чем сигналило, говоришь? Ну, сигналило, ну, сейчас-то хорошо. А изначально чем? Изначально, ну, говном каким-то. Размерами на двушку похоже. Нет, деньга, твою мать, Лёха. Посмотри, как охрен. Подожди, сейчас другу стоит. Деньга. Ты прикалываешься, что ли? Да нет, подожди, а что она такая хорошая очень для этих мест? В смысле хорошая? Ну деньга, очень хорошая. Ну тут она не должна быть. Ну, ну вот она, да. А сигналила, говоришь, говном, ну, вообще, да? Вообще, я, ну, копанул, ну, думал, говняна какая-то, ну, выкопал. Так. Поздравляем! А? Мы закончили. Нам надо уже ехать домой. Но некоторые товарищи остаются с ночевкой. Взяли палатку, взяли мангал, взяли мясо. И, естественно, взяли что-то вкусное. Так, ну и скромные итоги. Скромные итоги. Вот эти вот какие-то две пуговицы выскочили. Леха, а что это такое? Егерь современный. А, современка, да? Серп и молот и какие-то там листья. Так, что из интересного, что? Из интересного вот это вот. Урожай.
Урожай, совет. Короче, очень интересный знак. Вот этот самый кайфовый. Паша Деусом дернул. Матерился на 900 и положил его. Отнес машину, взял Деус, и сразу у него пошли находки. Ну, это фантастика. Я не верю в это, конечно. Ну, ладно. Пусть будет так. Вот эти вот две подозрительные двушки. Одна, вторая. Вот этот пятак, это он не подозрительный, поднят был при мне. 100%, 76-й год. Троечок советов. Копейка подозрительная тоже. Вот это ты за полтинник принял, да, Лех? Ну, изначально, да, это от колесика, от керосинки. Угу. Пятачок, это Сергей Викторович поднял. 32-й год. Двушка, 27-й год. Это мои находки, двушка и... Двушка ходячка. Вот две копейки царевый. Вот эта часть пулелейки. Пули, которая с литником. Вот это была. Нижнюю часть так и не нашли. Вот это тут бородачес. Гильза от немецкой, что она там делает. Ракетница. От ракетницы, да. Ну вот и все. Монет немного, пару десятков монет. Но ребята остаются с ночевкой. Надеюсь, что-нибудь подымут. Все, мы закончили. До встречи в полях. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Наверное. Дополнение к основным находкам. Вот здесь у нас в этом, в автобусе, куча, блин, тут эти приборы, лопаты, куча металлолома. Вот эту штуку подняли, думали рубль. Ну, и вот это, я считаю, самое кайфовое тоже. Тут, блин, 10 килограмм, наверное, это часть ядра, мортирного ядра. Это мы с самого утра были на самом старом месте. Это трак, напильники там и все такое. С утра были на старом месте, на Екатерининском, на Петровском. И вот признаки того, что это старое место, оно все захламленное советами, советскими фермами. Монет там не нашли, но хоть чуть-чуть металла накопали. Все. До свидания. До встречи в полях.